Северском районе стартовал ежегодный фестиваль-конкурс детских развлекательных программ «Мы живем в гостях у лета». Принимают участие в нем все учреждения культуры муниципалитета. В каждом поселении проходят мероприятия для детворы, а их масштаб, уникальность и креативность оценивают члены жюри из числа деятелей культуры. Вчера этот фестиваль стартовал. Он прошел в поселке Афипском и станице Новодмитриевской. А сегодня наш Северский парк культуры и отдыха имени Александра Сергеевича Пушкина показал свою программу экологической направленности, которая называется «Лето, парк, мы». И, конечно же, сегодня свой отчет будут держать и учреждения культуры станицы Северской. На детской площадке сквера «Островок» ребята провели время за конкурсами и играми, а главной гостьей фестиваля стала панда, по секрету Алексей, который с трудом выдержал температуру внутри костюма, но дети остались в полном восторге. Отчетная игровая театрализованная программа под названием «Лето» прошла и в Доме культуры станицы Северской. Финал фестиваля-конкурса состоится 29 июля. Именно в этот день жюри назовет победителя с лучшей летней развлекательной программой для детей.